На радость родителям детский сад открылся в прифронтовом селе Красная Таловка Станично-Луганского района. Здесь будут учиться 20 дошкольников. С ремонта помещения помогли местные предприниматели. Дали 6 тысяч гривен на строительные материалы. Родители собрали 8,5 тысяч и оплатили ремонтные работы. 150 тысяч на закупку бытовой техники и посуды выделили из районного бюджета. Территорию детского сада обустроила Львовская обладминистрация, купила игровой комплекс. Материальную поддержку также оказал благотворитель фонд ЮНИСЕФ, подарил мебель и ковры. По словам главы Луганщины, детский сад в Красной Таловке открывается впервые за много лет. Для маленького села Красной Таловки, которое находится практически в некотором месте до полтора, в другом 3,5 километров до российской границы, где в 2014 году были серьезные бои и обстрелы, то сегодня открывается садик, которого не было больше 20 лет. Для нас это большое счастье, потому что садика не было очень давно, поэтому хочется, чтобы детей очень много. На территории села более 40 детей дошкольного возраста. Во время рабочей поездки глава Луганской области Юрий Горбуз провел в станице Луганской прием граждан. Местных жителей в основном беспокоит вопрос восстановления разрушенного в результате военных действий жилья и освещения улиц. Наш дом разрушили первым, и я не знаю, к кому обращаться. Насколько пострадал ваш дом? Давайте сейчас смотрите. Я вам материальную помощь сейчас, ну, это небольшие деньги, конечно. 5 тысяч выделяю и 3. Я вчера подписал распоряжение. Мы выделяем 40 миллионов на территорию области. Из них, то есть в каждый район попадает по 16,5 километров освещения.